Ю-ху! С вами снова школа танцев Марте, и на этом уроке мы потанцуем с вами джайв. Постараемся повторить за мной, не отставайте, я надеюсь, все получится. Итак, вместе, левая ножка в стороне, упали в левую. Раз, и два, и три, и четыре, и темп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Колени согнуты, прямые. Три, четыре, пять, и шесть, и семь, и сбоку. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, шесть, и семь, восемь. Чуть бедра свободнее стараемся держать, когда снижение вперед. Под корпусом находится, когда выпрямляются ноги, чуть отдача назад идет. Слегка собрана поясница. На правую ногу также. Раз, два, три, четыре. Руки в противоходе произвольно. Быстро. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Контрольный. Раз, и два, и три, и четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь. Спасибо. И следующее движение — хип-бамп, удар бедром. Мы чуть-чуть модифицируем предыдущее. То есть упали в правую ножку и, вырастая, закручиваем плечи влево, а ногу сводим накрест перед собой. Контакт плотный в паху чувствуем, отведены руки влево. И на левую ножку упали. Раз. Отсюда закручиваем плечи вправо. Два. Свели ножки, колени прямые. И три. Четыре. Снова. Пять. И шесть. И семь. И восемь. И... Чувствуем при первом шаге, раз, когда как бы падаем на левую ногу, что уже больше веса у нас на левой ноге. То есть избегаем вот этого сведенного положения между ног, вес перебросили на левую ножку, и получается, что у нас носочек смотрит прямо. А правую ногу, два, уже вывернутой стопой, пяткой наружу, показываем на зеркало. На правую ногу падаем, три, корпус выровняли, четыре, бедра уходят назад, снова. Раз, ровно, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И с предыдущим движением соединим. Вот у нас простой шаг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нетрудно. Мы просто упали в ногу и выросли. Следующим движением хип-бамп закручиваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повторять будем по восьмерке. В темп музыки сразу со мной. Приготовились. Поехали. Угу. Медленный темп. Пять, шесть. Давайте чуть громче, извините. Пять, шесть, семь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, накрест, раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, снова, раз, два, три, четыре, держим голову на месте, накрест, раз, два, три, четыре. Перебрасываем бедра, голова практически в одной точке. Начало. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Право на крест. Раз, и два, и четыре, шесть, семь. Контрольный сбоку. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И на крест. Это было нетрудно. Следующим движением разбираем твисты. На левую ногу нажали на носочек, прокручивая бедра вправо, показали правую пятку. И левую, правую, левую, правую. В первую очередь стараемся крутить, конечно, носки.
Дальше не забываем про бедра. Параллельно коленки работают. Одна сгибается, вторая выпрямляется. Руки в свободном положении помогают нам держать плечи на зеркало. Чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще. И стараемся также контролировать, как и на предыдущих движениях, положение головы. Также практически на месте. Видим, бедра перебрасываем вправо-влево, но при этом голова остается в пространстве вот примерно в одной точке. Три, четыре, пять, шесть, семь, два медленных. Раз, два, три, четыре быстрых. Пять, шесть, семь, восемь. Снова два счета. Два счета, четыре быстрых. Шесть, семь, еще разочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Быстро. Па, 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 пум. Па, 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 пум. Па, 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 пум. Па, 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 па. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Соединим с предыдущими движениями. Самое первое, простой шаг. Нам сейчас уже не нужен. И мы этот принцип используем уже на первой фигуре. И медленно. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, твист. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще подход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И сразу не отходя от кассы. Дальше основной ход джайва. Здесь музыку чуть тише. Забрасываем левую ногу назад после сбора. Раз. Следующим движением правую ножку переступая, прожимаем и подтягиваем левую. Далее шоссе влево. Три, а четыре. Правую ногу сразу подтянули после окончания. И работаем также ключ назад. Пять, шесть, семь, восемь. То есть два основных... два характерных движения для этого основного хода. Это у нас ключ. Раз, два. И шоссе. Три, четыре. Снова ключ и шоссе. В одну, в другую сторону. Поделаем их отдельно, сосредоточимся. У нас сейчас получается первое движение в первую очередь на скрутке в бедрах. Подтянули ножку на замахе вправо. Забросили назад на действии влево. То есть коленка, видим, слегка прикрыта. И наступая на правую ногу, снова берем замах, но уже с наклоном влево, чтобы перейти на шоссе. На шоссе делаем действие в бедрах вот это маятниковое, когда мы переступаем и перекатываем бедра через низ. И снова работаем на скрутку, на ключ, то есть раскручиваем бедра вправо, закручиваем влево на замах и падаем вправо на шоссе. Работа колен и стоп, то есть носочек, и плоская стопа в конце позволяет нам вот этот маятник протанцевать. Сделаем еще раз. Ключ. Раз, два, маятник, четыре. Снова. Ключ, шесть, семь, восемь. Скрутка, скрутка, маятник, скрутка, скрутка, маятник. Чуть-чуть быстрее, каждый раз прижимать ножку стараемся. То есть после первого шага наступили, прижали, наступили, прижали. Выше колено поднимать не нужно, вот к икре прислонили и двигаемся в следующий шаг.
переступили и прижали ножку.